Привет всем, ребята. Кто смотрел Спайдермена и помнит Венома, если как его еще в русском переводе называли, Черная смерть, Черная вдова, вот, пожалуйста. Черная вдова, паучок такой прям, он 3D-шный. Такая моделька паучка после съедения, можете оставить себе на память, если выживете. Он ползет по горлышку, получается, подбирается к вам и жалит. Ну, красивый на самом деле дизайн, если без шуток. Круто выполнена бутылка, прям такая яркая, хэллоуинская, я бы даже сказал. И на память у вас останется вот такой значок паучок, так как вы прошли испытание посвящение остротой. Такое. Посвящение остротой, да. Ну, а теперь ты передаю описал, слово. На самом деле сейчас соус как раз. Передаю. Описание да. Производителя так и звучит. Этот соус поставляется с пауком. В принципе, ты о нем рассказал, ползающим по горлышку бутылки. Этот паук еще и кусается, как говорят производители. Выживших после него нет. Соус наверняка порадует ваши вкусовые рецепторы. В чем суть этого рецептора, этого соуса? Мы сегодня уже обсуждали эти моменты. У нас 3 экстрактных соуса, я говорил, и как раз это 3-й. Но, опять-таки, он должен быть сбалансированный. То есть его все любят за баланс между остротой и вкусом. От экстракта как бы идет здесь острота. Но вот сейчас мы как раз проверим, насколько нам нравятся экстрактные соусы. Да, это последний, так сказать, шанс на искупление сегодня. По составу, смотри, перцы хабанера, ассорти острых перцев, соевый соус, вустершир, уксус, чеснок. Он перекинулся, паук умер. И капсаицин, да нет, надо его, нет, так нельзя. С ним так ладно, нельзя поступать, нам нужен. Его нам можно снять и использовать уже в виде декорации. Он не хочет. Ладно, пусть будет так. Короче, ребят, кто собирает максимальное количество комментариев и лайков под этим комментарием, мы этого паука вам отправляем по почте. Вот так вот. Ну, значит, отправим кому-то, сделаем. Интересно будет первое впечатление на вот запах. Горечь она есть в запахе, нет? Кстати, состав очень богатый по описанию. Кстати, я не знаю, тут смесь перцев, хабанера, вустершир, соевый соус, уксус, чеснок и капсаицин. Мне чем-то отдает просто перцами свежими и немножко там нотки соевого, что-то такое. Блин, ну он похож на экстрактный соус. Ну, может быть, надо по вкусу понимать. Ты не против, если добавлю каплю, потому что я боюсь улететь? Да, сейчас. Давай. А скажешь мне, я потом налью. Не, я тебе положено. Не скажу, давай лучше нальешь сразу. Вы поняли, да? Я знаю себя. Кстати, ух, у него цвет, конечно, сочный, красный. Не, он очень красивый, у него богатая текстура, прям плавают кусочки всяких там ингредиентов. Фракции такие крупные. Вот я за что люблю такие соусы, комфортно наливать на бутылку и смотрится просто великолепно. Ну, он прям такой, он как будто там сейчас краситель есть. Видали, это как кровь. Я не знаю даже, что красит его, так, ну, у тебя там классно все. Давайте, удачи, ребят. Я за тебя. Как раз написано, что надо добавлять по одной капле. По одной капле. Угу. Относитесь к нему с осторожностью. У каждого разный размер бокала, вина и капли соуса. Enjoy the burn просто. Он не отвратительный, кстати. Да, ты налей больше. Не, отвратительный? Да. Не, он не так отвратительный, как тот, что был, но... Все, он острый. Он прям пробивает. Но вот, знаешь, момент пробивает горечью всегда. Ну, пипец. Очень горько. Ну вот томатный вкус. Он очень острый, Сань. Если очень так много острый. Налить, как я налил, это жесть. Сань, я вот сколько налил, мне даже так много. Слушай, на самом деле, он недалеко, вот если так сравнить, он недалеко от Дума, да, уходит. Да. По сути, Дум это вот... А по цене почти в два раза разница будет. Саня, меня. Если налить него как Дума, да? Не вот... хочу. Не, вообще, вот как я налил, это Дума. Он острый, он прям вот попала капля с этой стороны, и с той стороны просто выжигает все сейчас, вот просто... Это неприятное ощущение. Я понимаю, ради чего его берут, чтобы с капли убиться просто. Это... Он не прям отвратительный по вкусу, но в нем он мало вкуснее, приятного, честно. Он вкуснее Дума, да. Но... Ну, потому что здесь вкус можно прочувствовать, потому что, ну, смотри, ты уже заплакала аж от того, что прям... Но он жесткий, но он вкуснее Дума, да. Ну, ребят, честно, вот я могу сказать так, этот соус разбирает на самом деле очень бодро.
То есть люди, которые хотят поострее, я предлагаю им такой вариант. Баланс этого соуса идет и в цене как бы и остроте. Он стоит 400 гривен. Он сейчас на акции идет. Но он мощный. И за 400 если гривен, его так на самом налить деле... смачно на кусок, это будет вам, по сути, думать. Налейте, ребята. Посмотри, у него и порция 5 миллилитров. Это одна чайная... Хорош. Чайная ложка. Поэтому такой ложки можно убиться нормально. Это не про вкус, конечно, будет. Это будет про экстремальную остроту. То есть, да, это, знаете, это испытать себя. То есть, вот если... Просто люди делятся на тех, кто любит острые соусы есть, и тех, кто любит себя испытывать. Там, где рецепторы уже настолько привыкшие к остроте, что надо просто, ну, давать себе максимальный стресс. Да. Опять-таки, на самом деле, если добавить каплю этого соуса на тарелку борща, это будет вкусно, потому что у тебя будет вкусный борщ, например, или суп любой, который ты выводишь на максимальную остроту. То есть, на самом деле, я, может быть, просто плохо понимаю, для чего использовать такие соусы, и я еще не пришел к этому. То есть, может быть, если так использовать, то будет в кайф. Но я люблю, знаешь, взять какое-нибудь мясо, там, взять что-нибудь такое, бургер взять, залить туда соус. И бургер и так сам по себе вкусный. Добавляешь еще какой-то ништяк такой, и у тебя еще вкуснее получается. Ну... Это жесть. Это жесткий соус. Он просто попадает немножко снова куда-то и все. Да. То есть, ну реально, это может быть прикольно испытать себя с друзьями сесть, но это не мое, просто не мое. То есть я не буду говорить, либо что он плохой. Либо в консервацию куда-то добавлять, либо разбавлять что-то. Короче, это вот не то, чтобы невкусно, отвратно, наверное, в глобальном смысле, но с моей точки зрения это не мое. И я не хочу такое есть. Ну это тоже не мое, но что по остроте? Я 10. Это десятка. Это стабильная десятка. Не знаю, как можно давать меньше. Это 10 по вкусу, мы не знаем. Ну, это 4. 3-4. Если не отвратительно прям совсем, его можно есть. Не отвратительно, нет, можно есть, но жесть. Да. Ребята, кто любит экстрактные соусы, берите. Кто любит просто пожестить, кто хочет поиздеваться над другом, берите. Кто хочет вместо самообороны газового баллончика использовать это, можете брызнуть в лицо и убежать. Класс. Ну или себе в рот, и вас трогать не будут, вас так же жалко будет. Я не знаю. В дракона превратитесь. Просто... Ну, это, остро, да. Это для таких людей, которые хотят кайфануть именно на остроте, но не кайфануть от вкуса. Поэтому пробуйте вкусные соусы, пробуйте острые соусы, выбирайте свое. На самом деле, это мы опять-таки такую субъективщину даем, говорим свое. Может быть, для кого-то это самое оно. Кто хочет на секунду увидеть Курта Кобейна, ешьте этот соус. Да, это как раз вариант классный. Ребята, спасибо за просмотр. С вас по лайку, потому что мы сегодня прям горели по максимуму. И думаю, лайков достойно это. Спасибо. Спасибо, всем пока. Ну, блядь. Ой, Маша, ты тут не пробуй. Я не забирал. Тебя с капли порвало? Да, порвало. С капли или больше? Ну, там было чуть больше, но это очень. Ты видишь, сколько я налил? Да. Вот это второй думает. Только дешевле. Вот это же. Он такой невкусный. Он не такой невкусный, как думает. Думает хуже. Но все равно здесь просто ничего вкусного нет. Да, но он не такой. Соевый соус, устершерский соус, перец, все. Ну, не такой противный, как думает. Думает по противнику, он горчит. Маша, можно еще, пожалуйста?